Альберт Гениатуллин сам когда-то был воспитанником этой спортивной школы. Будучи подростком, активно занимался гиревым спортом и боксом. Большое влияние на выбор будущей профессии в те годы оказал тренер по тяжелой атлетике, мастер спорта Геннадий Косеев. Именно благодаря ему Альберт Гениатуллин понял, что посвятит свою жизнь спорту. Сейчас он тренер, является судьей республиканского и всероссийского уровней. Гордость тренера – его воспитанники. Ребятам много чего говорить не надо, они уже подготовлены. Их надо только правильно вести. И эти ребята очень радуют меня. Просто мы к этому прилагаем усилия, но они нас не подводят никогда. Костяк у нас очень такой прочный, стержень хороший в команде. Вот, старшие ребята помогают младшим ребятам, младшие тянутся за старшими. Главное у нас в команде – это, само собой, дружба первым делом. А потом уже слушать тренера нужно, конечно, потому что если бы не он, мы бы ничего этого не добились. Коллега по тренерству и судебной работе Олег Свистунов, кандидат в мастера спорта. Тяжелая атлетика, гиревой спорт, самбо. Эти увлечения с детства с годами переросли в профессию. После службы в органах внутренних дел он вплотную занялся тренерской работой. Это моя мечта была. Я еще когда в школе хотел быть тренером. Поступал в Челнинский физкультурный институт. Но я туда не поступил. Ну, сейчас вот моя детская мечта, она сбылась. Воспитанники Олега Свистунова и Альберта Гениатуллина уже неоднократно являлись победителями республиканских и всероссийских турниров. В этом заслуга и тренерского состава, и самих спортсменов, которые с упорством и большим желанием приходят в спортивный зал. Для них это возможность не только добиться успеха в спорте, но и закалить свой характер. В первую очередь, это борьба с самим собой, преодолевание трудностей. А для мальчиков это, как бы скажем, работа с железом, это вообще интересно. Также в дальнейшем корректировка фигуры, силы, выносливости. Я приходил как просто подзаниматься для себя и смотрю, ребята занимаются дома. Мне понравится. Я решил попробовать. И так вот 3 года уже. Сегодня в спортивной школе занимаются гиревым спортом более 50 человек. Через несколько месяцев им предстоит участие в очередном республиканском турнире. По его результатам сильнейшие спортсмены отправятся на первенство России в город Сургут.